маникюром делать. Сейчас наша чувашка пойдет, она по прогнозам 3,5. Скорее всего, будет. Будет выпилить. Ну вот еще. А этот лук почем? Лук 13-12. 13-12. 8 рублей. И маленькая сетка 8. Маленькая сетка по 9. По 9. Морковь меньше? Морковь вон в Никке. На рынке Байкерской Северо-Западной за 25 рублей там продавали. Конечно, такого два раза с лишним раза не должно быть дисбаланса. Сейчас картошка даже в оптом за 8 рублей на Николаева дают. Вот сейчас поедем в другие рынки, посмотрим там какая цена. Николаева, картошка от 8 рублей, 8 рублей, розницу 9. Мы оттуда закупаем, надо сюда привезти, денежку заплатить за это. Это два раза. Есть, бабушки продают. Там есть кабинет, конечно, он туда надо. А, где бабушки, вот там они сидят. Вот, смотри, вот это правильно. Где лопнуть, да? Самое вкусное это, да? Свои. Ага. И мы сейчас ставим перед администрацией задачу максимально шаговой доступности открыть рынки в районах. 8 у нас сельскохозяйственных рынков есть. Мы еще 30-38 рынков шаговой доступности во дворах будем организовывать. Всему городу. Если понадобится побольше, побольше будем организовать. Эти места бесплатно представлять нашим сельхозпроизводителям. И чтобы, соответственно, они тоже наценку на свою продукцию делали минимальными. Тех рынка, которые мы будем разрешать, они обязательно справки уже проверены в лаборатории. Но я думаю, что чувашские товаропроизводители экологически чистые. Мы это должны приветствовать только организацию. Сельскохозяйственная продукция здесь производится. И еще дворовой рынок сейчас поедем смотреть. Цены, конечно, удивляют. Два с лишним раза вот здесь цены на сельхозпродукцию дороже. Картошка там продают 8 рублей оптом, розницу 9 рублей, 10 рублей. Здесь картошка за 20 рублей, 17-20 рублей. Такого, конечно, чтобы два раза, чтобы довести с рынка Николаева до сюда, не должно быть.